Привет, друзья! Мы в прекрасном городе Ялта. Приехали сегодня экспромтом погулять, посмотреть город, немножко познакомиться с его достопримечательностью. Все покажу, расскажу. И мы это с вами вместе посмотрим. Нам подсказали, что до самой набережной пешком идти порядка получаса. Сейчас 14:30. По прямой дороге пройдемся. Посмотрим, засечем, сколько на самом деле займет прогулка от автостанции до набережной. Вот так вот, а говорят, в Крыму воды нету. Засуха. Есть немножко воды, хватит всем. Так что все будет у нас хорошо. Тут даже есть такая своего рода местная достопримечательность, водопадик небольшой. Можно прийти полюбоваться. На самом деле это центральная часть города. И для местных это обычное явление. Такая, сказать, река в центре города. В центре города Ялта. Ехали-ехали, наконец приехали. Вот как нам говорили, как мы и думали. Буквально за полчаса мы добрались от главного автовокзала города Ялты до набережной Ялты. Все это заняло 35 минут. С учетом того, что мы заходили в один из местных супермаркетов. И прогулка по супермаркету отняла где-то минут 10-15. Итого получается, за полчаса мы добрались до набережной пешком.